Компании «Город денег» уже немногим более 5 лет. Мы, наверное, единственная P2P-компания в Российской Федерации, да и в мире, для которой заключение сделки на инвестирование является фактически только началом тех услуг, которые мы оказываем. Мы смогли создать систему, в рамках которой мы полностью сопровождаем сделку, начиная от напоминания нашим заемщикам об очередном платеже и заканчивая помощью инвестору в расчете своих налогов от получаемой прибыли или в рамках урегулирования каких-то проблем. Это все позволяет делать нашу площадку выигрышной и привлекательной как для инвесторов, так и для заемщиков. Это подтверждают и цифры. Например, порядка 35% всех заемщиков, которые обратились к нам на площадку, остаются у нас и приходят за повторным продуктом. И 70% инвесторов также остаются с нами и инвестируют не в один, а в несколько продуктов. Полгода назад решили сделать ремонт, расширение, плюс маркетинг, и в интернете нашла «Город денег». Для расширения нашла «Город денег», чтобы купить новое оборудование, сделать сайт, маркетинг и привлечь больше клиентов. «Город денег» помогал первый раз на 500 тысяч. Моя мечта — открыть это 10 салонов и потом продавать франшизу. Сотрудничество с «Городом денег» у меня началось в апреле прошлого года, 2016 года. Вот. И с этого момента я сначала осторожно, а потом более активно стал инвестировать в те проекты, которые вызывали у меня интерес. И тогда мне стало интересно поддерживать и помогать тем людям, которые делают вещи, которые я бы сам делал на их месте. Эти инвестиции я сделал потому, что я искал те компании и те проекты, которые представляли для меня интерес, как для инженера. Проблемами экологии я не занимался, но мне интересно инвестировать в компании, которые занимаются вопросами экологии, очистки, так сказать, и переработки вторичного сырья. Вот в эти компании я вкладываю деньги и слежу за тем, как они работают. Собственно говоря, и с другими компаниями я работаю примерно на таких же принципах. Я смотрю, насколько эта компания перспективна, и, соответственно, размер моих инвестиций зависит от того, насколько я доверяю этой компании.